И сейчас мы поиграем в игру, которая называется Wreck and Ruin. Правильно? Так же она будет читаться, да, Марина? Да. Приветствовать, Марина. Привет. Вот, поиграем в Wreck and Ruin. Я играю с геймпадика, я вообще надеюсь, что... Как-то мне, знаешь, в последнее время нравится играть с геймпадика. Да? Как-то пристрастился? Вот, да. Как-то да, я уже начинаю опасаться даже. Начинаю опасаться, как бы мне... Забросишь клавиатуру, вот, она вот, будет вот. Пылиться в углу. Да, плакать. Плакать и пылиться в да? углу. Да, да. Так. Ну что ж, у нас тут планетка. Отлично. Пока многообещающе. Не Земля. Опа. Окей. Еще одна, окей. Ой, что это? Что это с ними происходит? Я думаю, некий катаклизм. Что-то все так динамично, непонятно. Демон в галстучке. Демон в галстучке? Угу. 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 О, смотри, он состоит из кучи более мелких черепков. Угу. Это, наверное, знаешь, какой-то такой дьявол младший. Мастер, я вернулся. Другой мир лежит в руинах. Только одни астероиды... Только остался один лишь пояс астероидов. Пояс астероидов? Рек, в чем заключалась твоя миссия? Так, кто дает? Dark and Hydus One. Чё? Окей. Бидинг. Чё такое бидинг? Бидинг? Я не знаю. Окей. Cover Eternal Darkness. Ну, короче, все нафиг разбомбить нужно было. Он, очевидно, недоволен тем, что остался все-таки пояс астероидов. Типа, да как ты смеешь? Я тебе сказал уничтожить все, ты оставил пояс астероидов. Иди теперь, короче, и сам убирай за собой. Потыкал носом в пояс астероидов. Так, бегаем. Отлично, кстати, прям так быстро бегаю. Так, а что еще? О, я могу ставить... Стазис поле. Что еще? А где это он? Тут нету пояса астероидов, это какая-то планета. Я думаю, что может быть он на одном из этих. Неважно. Угу. Пока, окей. Знаешь, пока не важно. Ух ты. Так. Один из моего вида. Значит, лорд руины. Лорд руины. Угу. Послал еще одного завоевывать этот мир. Ну или, по крайней мере, так он думает. Ха-ха! Теперь я вижу. Ты был послан сюда, чтобы умереть. Да. Меня постигла та же участь. И тебя тоже постигнет без моих подсказок. Ах, господи, ну какое нафиг обучение? Чё, я сам что ли не разберусь? У меня есть две кнопки, А и Б. Ой, подожди-ка. А, он запускает фаербол, очевидно. Б пока ничего не делает. Так, секундочку. Я отставляю геймпад сейчас триумфально, потому что тут придется целиться, понимаешь? Я как бы куда направляюсь? Лисички? Ты знаешь, мне даже неприятно было их уничтожать. В смысле неприятно? Ну, то есть они такие миленькие, а я их беру и уничтожаю. У них были пустые глазницы. О. Вау. Окей. А зачем? Непонятно. Зачем-то. Просто. Бомбы? У меня целый инвентарь, ты зацени. Со всякими кунштюками. Так, я могу переключаться. Либо, очевидно, прям так. А Б? Нет, не Б. Я могу правой клавишей использовать. Выстрели. Хорошо. Отстрелялся. А на кнопочку B ты можешь какую-то бутылку заюзать. А я вот ее заюзал на правую клавишу, и вокруг меня этот глаз появился. Угу. Могу второй, видишь. А что они делают? Могу еще. Черт, больше трех нельзя. Не знаю, вероятно, повреждают врагов. Ой. О, смотри, вот что они делают. Вот это я обожаю. Зеленый заяц. Ты видишь? Огуречный заяц. Он слишком странным был. А не оказывается... Он хочет на меня напасть. Так. А лесные зверушки хотят напасть. Хотят атаковать. 4, 3, 2, 1. Видишь, так. Я же говорю, у них глазницы пустые. Да, кстати, прям реально пустые. Что-то а вот их вижу. Глаза летают вокруг тебя. Точно, у меня банка с их глазами.
Platform Fresh Fairies. Эта штука что делает? Неизвестно. Окей. Пока все вроде просто, хотя я не понимаю, что происходит. Так, в бревно можно зайти? Нельзя. Я не смог войти в это бревно. Хотя выглядело оно очень призывно, должен заметить. Так. Надо что-то сделать, чтобы пройти туда. О! Кустики. Кустики. Слушай, вот игра как-то, она такое ощущение, что становится все громче и громче. Я сейчас еще раз убавлю. С вашего позволения. Так. Ну так тоже должно быть норм. Так. Где-то я должен найти некий ящичек, чтобы положить на вот эту кнопулину. И... Mm-hmm. Так, вот может быть... Чё это за штука вообще? Почему я с ней ничего не могу сделать? Может, этот камень? Нет, окей. А, так подожди, я же, собственно, пришёл. У тебя же вначале был ящик. Да, у меня вначале был ящик, я пришел. Ой. Чё это тут делаете? Вот, так. Так. Вот он. Давай, ящик, сейчас мы тебя потащим. Слушай, я так чё, я его смогу через всю карту, что ли, перетащить? Прикольно, ничего конечно. Ничего себе. Но как-то странно. Ну как-то странно, согласись, да? Да, я согласна. А, так, стопы, подожди. Выглядит. Кнопка-то не здесь, кнопка где-то черти где. Ну хорошо. Чё, мне все равно ящиком надо летать. О, смотри. Видишь это? Ага, вижу, под деревьями. Но. Так, где кнопка? Нормальный, кстати, способ разведать карту. Абсолютно безопасно. Окей. Так. Чё-то как-то... Ладно, оставим это здесь. Ой, медленно. Камера возвращается. Окей. Слушай, а когда мы летим ящиком, врагов-то не видать. Да. Они где-то здесь были, но... Ты, Марина, тише стала говорить. Ой, слизни. Как же к вам туда попасть, ребятушки? Ох, ребятушки, как же к вам туда попасть-то, а? Ладно. Привет, ребята, еще раз. Всем, кто здесь с нами сейчас. О, тут что-то новенькое. Еще какую-то фигулину взял. Так, давай все-таки сюда сходим. Да где кнопка-то? Я пытаюсь понять, но... Пока не уверен, что... Где у него кнопка? Ой. А, можно, оказывается, зажать. Выстрел и фигачить. Это замечательно. А знаешь, потом, вот мы сейчас так бегаем, да? Бегаем, кажется, ну, что-то как бы... Никаких секретов, нифига. А вот он так левел пройдешь, тебе в конце показывают. Там найдено 0 секретов из 15. И мы такие, да. Опа, ух ты ж ё-моё. Это что за ритуал? Не знаю, вызывают кого-то. Причем ты смотри. Ага, то есть я мог... Спиритический сеанс. Да, и я при этом смог в него стрелять, только оказавшись внутри вот этой вот пентаграммы. Так. А, это была... слизни. Да блин, слизни. Слушай, говорят, это была кнопка с таймером. Надо да? возвращаться. Да, красная фигня. Я все никак не мог понять, что это за красный огонек на постаменте. Угу. Так, все вроде. Мы кастуем глазьев. Слушай, ну давай вернемся, интересно же. Да, ну давай проверим. Я считаю, надо вернуться. Интересную теорию. Да, гипотеза более чем интересная, надо проверить. Не, я, кстати, готов это поверить вполне. О, даже спрыгивать умеет. Ничего себе. Так, ну кнопка где-то здесь неподалеку была. Так, оп. Интересно, а меня могут здесь замуровать? Блутов, бла-бла-бла-бла-бла, какая разница. Было бы забавно. Так. А запрыгнуть? Нет, запрыгнуть не может, только спрыгнуть. У него такие рожищи громадные, ты не находишь? Ну, он же какой-то злобный демон. Конечно.
Ну, у демона должны быть рога. Mm-hmm. Иначе ты не демон. Уважающего себя демона. Ну, естественно. Капурка. Ну, честно говоря, пока непонятен вот этот вот инвентарь прям такой. Прям инвентарь. Как-то это даже неожиданно. Не ожидал я совершенно увидеть здесь инвентарь. Ой, так, спрыгивать не надо. Я знаю, где я окажусь. Так. Он хочет на меня напасть. Эти двое тоже. Hold space bar. Надо, иди ты нафиг. Прощелкиваем, это неинтересно. Hold space bar. О, я выкачиваю вот эту вот ману или что-то, я не знаю. Да-да-да. Если, кстати, в чатике что-то будет интересное, то мне рассказывай, ладно? Хорошо. Окей. Похоже, я переместился в другую реальность. Ух ты. Избушка на курьих ножках. Ага. Точно, смотри. Бабуль. Это не русские. Вот я что-то сейчас уже задумался. Сейчас вот я задумался прям. Ну, ничего не предвещало, я так могу сказать. Ну, какая-нибудь от создателей моих родителей. Ой, как все сложно-то. Прям продать, купить, ну нафиг. Выйти из магазина. Она, поди, еще и на рынке торгует. Ну, семечка. На валюту? Так. Акции, ваучеры. И у нее 17 товаров. Разных. Кстати, а вот я только что подумал, а чуть такая, ну понятно, что красная шкала это здоровье с высокой долей вероятности, но что такое зеленое? Ой, у них что, отравленная кровь? Прикинь, у них кровь отравленная. Ничего себе, демона можно отравить? Да. Что-то штука. Чудеса. Это просто взрыв-пакет просто. Да блин. Это просто указатель. Странно, что в этом... Ой! Что в этом потустороннем мире обитают абсолютно такие же кролики. Ну, видимо, кролики, они везде кролики. Кролик, он и в потустороннем мире. Кровяки подобрал. А, кровяки это... Кровяка это птичка. О! О, да. Дракон какой-то. Рыцари, ты погляди, а? Маленькие рыцари. Мне кажется, в этой игре слишком много текста. Но хорошо, много диалога. Но хорошо, что его можно не читать. Так. При том, что в этой игре он вроде как бы и не нужен. Я только что спрыгнул в воду. Еще раз, ну-ка. Я просто... Второй раз я спрыгнул просто, чтобы посмотреть, отнимется ли у меня здоровье. Нет, не отнялось. Так, а подожди-ка, я, наверное, могу. Нет, не могу. А, он мне показывает молнию. То есть это, вероятно, означает, что мне нужно фигануть его чем-то молниеносным. Вау. У меня теперь есть новое оружие, ты прикинь. Вот этот вот меч. Угу. Здоровенный меч. Он на картинке очень забавно выглядит, на нем непонятно, что это такое. Ты имеешь в виду меч? Да-да-да. Что? Что-что? Он только что осквернил колодец. Ну, он же плохой парень. Так. Убить принцессу. Черт. Не получается, она подпрыгивает. Мне кажется, она резиновая просто. Думаешь? Бутафорская принцесса? Ну. Ей как бы пофигу, она очень крепка.
судя по всему. Ну, знаешь, я думаю, что на этом, собственно, можно закончить, наверное, знакомство с Wreck and Ruins. Ну, так вот и все. Ну, а что тут еще? Ну, давай еще в домик зайдем. А то что-то как-то непонятно. Принцесса оказалась неубиваемой, и я что-то как-то привык. Какой-то волшебник или гном. Он тоже какой-то неубиваемый. Или гном-волшебник, ну, может, с ним поговорить? О, какой он. Ну, в общем, он очень одухотворен этой встречей. Так, и чё? Блин, я второй раз случайно с ним заговорил. Ну, я думаю, он только рад. Опаньки. Ну-ка, и чё я могу сделать этой штукой? О, зацени. Ого. Вот это даже забавно. Кстати, прям вот реально забавно. Штуку можно? Вот теперь я как-то стою на столе. Как-то очень непонятно, вроде бы на столе, но не на столе. Так, книжица. Эту штуку можно забрать? Черт, эту штуку нельзя забрать. Ну ладно. Ну, собственно, на этой ноте тогда закончим наше знакомство с Wreck and Ruin. Ну, необычненько, хотя создается какое-то двоякое впечатление. Вот что я могу сказать. Но попробовать, наверное, стоит. Как тебе, Марина? Я не знаю. Сложно что-то сказать. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел. За такое короткое время и... Ну да, собственно, ничего не разобрать в такой игре. Мне надо подольше играть, чтобы что-то понять. Ее нужно, как это сказать, распробовать. Распробовать нужно. Вот ссылки, как всегда, в описании. И пока.